Таководы? Ого, кайсы талап керге добуш бердиңиз? Мен Клара Шумкова бердим. Ага. Референдум боюнчачы, ага кандай добуш бердиңиз? Парламентский республика. Кайсыл талапкер шайлоодон кийин эмне өзгөрөт? Кайсыл талапкер тартыпты? Мына ошол боюнча эле жалпы шайлоо процесси боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдирип өтсөңүз. Таңканыштуу эле аз. Мен дайыма эле ушул жерге келип добуш берген адаммын. Бирок абдан эле өкүнүчтүү эле аз. Эл кимге добушун берерин билбей калды. Өзгөчө мына ушул шаардагы жашагандар. Анан иш элем шайлоо бүгүн болот, аягы результат болот. Анан биз бүгүнкү ичинде президент болот экенин баарыбыз билебиз деп ошого үмүттөнөм. Анткени күтүүгө убакыт жок. Абдан көп иштер турат. Экономикалык проблемалар, ковид баарыбызды муунтуп турат. Ошондуктан бийлик жагынан биз бүгүн бир кайсы бир натыйжага чыксак болот эле деген ушундай үмүт. Жаңы талапкер сиз айтып өткөндөрдөн башка дагы эмнени эске алыш керек, эмнени биринчи колго алыш керек? На каком? На русском можно? Ну, надо подпоясать пояса, крепиться, спокойствие, выдержки. А время трудное не только в нашей стране, но и во всем мире. И очень нужна наша сейчас выдержка, выносливость, спокойствие, потому что трудностей будет немало еще впереди. И нам нужно сообща вместе выходить из этой ситуации. Не надо отчаиваться. Не только у нас трудно, повсюду такая ситуация. И я бы сказала, что бывают вот такие времена в истории каждой страны. И мы преодолевали, я имею в виду человечество, разные стихии, бедствия, войны. И мы сейчас тоже, я уверена, пройдем все это. Пройдем, и будет еще солнце, будет еще свет, будет еще большие надежды. Так что держитесь, спасибо, мои дорогие. Спасибо. Спасибо.